Говорят, на Кубани рыжиков нет. Но на самом деле они растут, вот такие красавцы. При срезании выступает такого ярко-оранжевого цвета молочко. Говорят, рыжик и плачет кровавыми слезами. Красивые концентрические круги. Растет он в сосновых лесах, начинает плодоносить. Ну, где-то с конца августа, при удачной погоде. И заканчивает морозами. Значит, это большой красивый экземпляр. Давайте посмотрим, как выглядят маленькие экземпляры. Вот они. Ну, конечно, вот такие вот маленькие никто не берет. Это более или менее красивые, да? Для закрутки, для закаток, для соления. Видите, вот пальцы становятся оранжевого цвета. Пластинки у рыжика тоже ярко-оранжевого цвета. Есть еще один вид рыжиков, который растет у нас. Это рыжик еловый. Значит, вот обратите внимание, тоже концентрические круги, но рыжик на самом деле такого зеленовато-серого цвета. Снизу такие же красивые пластинки и такой же на срезе оранжевого цвета.